Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Весной в столице пройдет спартакиада промышленников «Моспром». Как сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, соревнования состоятся весной 2020 года и пройдут по 8 дисциплинам. Отмечается, что регистрация уже открыта. Так москвичи сразятся за звание лучшего в хоккее, боксе, шахматах, настольном теннисе, легкой атлетике, волейболе, мини-футболе и стритболе. Отборочные этапы пройдут с 14 марта по 25 апреля. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!